Всем добрый, прекрасный день! Сегодня 31 октября 2023 года, и у нас вот такое вот веселье у моих собачек. Постелила просто вот это покрывальце, хотела сменить интерьер, кто ж там? Дима, красота! Вот так вот они реагируют на вот это покрывальце. В общем, детки кайфуют. Ага, это наш бэбик там внизу. Думала, он запутался, а он специально вот так вот, да, балуется. Так, ну что, мы пришли сюда в комнатку к нашей бусинке. И, конечно же, я захватила с собой несколько малышей, которые уж очень хотели, потому что они уже на улице гуляли. Немножечко у нас туман, поэтому немножко лапки мокроватые. Ну ничего, мы все вытерли, все хорошо. Главное, тепло, солнышко, прекрасная погода, чудесная. К бусинке пришли, бусинка здесь отбывает карантин. Ну, к сожалению, так нужно. И что скажу вам, все хорошо, все отлично. Аппетит отличный, стул отличный, настроение отличное. Думаю, что наша бусиночка, ну, после такой не очень приятной истории, чувствует себя просто шикарно. Но дело в том, что она и не чувствовала себя плохо. Больше, наверное, ее огорчило то, что пришлось ей пожить здесь одной, ну, как бы изолированной. Ну, так нужно, когда собачка уезжает из питомника и возвращается обратно, нужно все-таки провести карантин. Ну, бывает по-всякому, мало ли что. Конечно, она приехала в бодрости духа, веселая, активная, никаких нареканий у меня не было вообще, но нужно было провести несколько дней именно в карантине. Конечно же, это доставило достаточно много хлопот. Почему? Потому что, ну, у меня не гостиница каждому по номеру, поэтому пришлось мне как-то сразу реабилитироваться и думать, что делать. Так, солнышко, вот ты сейчас не увидишь, что ты падаешь, и упадешь. Все, вот так, мама открыла, балуйтесь. Ну, вот это балование, конечно, мама очень не любит. Поэтому пришлось сразу продумать, как же быть. Бусиночка и так, скажем, обиделась, что она одна и не общается с остальными своими друзьями, братьями, сестрами. Но что сделать? Так нужно. Поэтому я подумала, что здесь, в ее привычной комнатке, ей будет лучше. Не так она будет грустить, не так будет обидно, не будет плакать, если я ее переведу в другую какую-то новую комнату или где-то еще. Ну, в общем, было сложновато. Ну, остальных, конечно, пришлось расселять. Ну, в общем, были некие неудобства. Ну, ничего, мы справились. Вообще абсолютно совсем справились. И вот бусиночка выходит из заточения. Все, девочка активна, все в порядке. Я в этом убедилась. Поэтому наша красотулечка продолжает искать самую наиответственнейшую семью. Маму, которая будет ее любить, не обидит, не предаст, не отдаст, а будет именно ее любить, ценить, лелеять, хухолить, целовать, обнимать и так далее. Но та мама, которая осторожненько, малышка, которая приобретет нашу бусинку, да она по-другому-то и не сможет к ней относиться. Девочка настолько прекрасна и замечательна, что просто, ну, у меня нет слов, к ней вообще нет никаких нареканий. Она любит всех, она не обижается, она дружит со всеми, она все слышит, все понимает, она балуется. Посмотрите на нее. Ну, какие бантики, вы о чем? Мои золотые.
Так, Бэбик тоже сюда хочет. Нет, Бэбик очень маленький, коротколапый, поэтому он сюда никогда не запрыгнет. Так, Амурчик, ты что? Выбиваешь у мамы телефон прямо из рук. Дай ушко, мама поправит, солнышко, да. Дай, 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 сынок, сынок, все. А, вот так, вот так, вот так вот ластится, вот так все хотят. Да, любви и ласки, да, мои золотые, мои хорошие. Вот, поэтому Бэбичек только по низам ходит. Ну, такой красотунчик в поиске мамочки и папочки. Мальчик маленький, микромалыш, но крепкий. Мальчик не хрустальный, мальчик крепкий. Крепкий, активный, такой вот прям он косточку свою ни в коем случае никому не отдаст. Даже самой старшей собаке. Это такой вот мальчик-хозяин. Тоже уже все, все на бикрень. А, ладно, не буду я ничего поправлять. Да, вы так красивый, и так красивый мальчик. Красавец, да. Тетя мой красавец. Красавчик мальчик, да, да. А эти продолжают вецать. Ой, боже. Ну все, красота была где-то там. Это у нас принц Оскар снизу, а сверху, хотел сказать Тедди, это Дэнни. Тедичка наш уже уехал в свою семью, уже там несколько дней, уехал в город Ноябрьск. Достаточно сложно было нам туда его отправить, но ничего, мы справились, мы все нашли, мы его доставили туда, все в порядке, малыш долетел в целости и сохранности и сейчас радует свою новую семью. Как я всегда говорю, было бы желание, стоит только захотеть. Мы сделаем все, все возможное, чтобы наш питомец, наш малыш, наш выпускник, мой сын, мои сыночки или дочки были у вас и радовали вас долгие-долгие годы. Мальчишки, немножко останавливаемся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мама очень не любит это. Нужно быть осторожным. Так что пожелаем Тедди в его новой... Тедди, да, все правильно. Ой, боже, смотрю на них, переживаю, чтобы они не упали. Так, наверное, надо вас спускать, да? Так что пожелаем Тедди хорошей долгой жизни. Пускай радует свою семью. А это у нас тут борются, играются, балуются принц Оскар и Дэнни. Дэнечка, красавчик, мальчик, черно-подпалый. Будет маленький, мелкий такой, он легкий-легкий. Но у него такой прям хороший-хороший волос. Так, вот эти вот все спустились сюда вниз, малыши мои. Очень хорошо, прекрасно. Вот здесь лучше поиграться. Так, там у меня Амурчик. Вот так, в домике. Кто не строил домики в детстве, да? Вот теперь наши детки тоже строят домики. Амурчик и Бэбик. Вот так, да. Бэбик хоть маленький, но он очень удаленький мальчик. Вот такая моя красотулька уже, все. Где же твоя резиночка, милая моя? Где-то там резиночка, в общем, уже у бусиночки. Скажи мне, так лучше, ну пускай поиграются, побегают, потом, когда успокоятся, я обязательно резиночки еще одену, потому что волосики мешают. Это не для красоты сделано больше, а для того, чтобы волосики в глазки не попадали. Вот так вот загребает вот там Бэбичек. Ой, да тут можно сидеть с ними целыми днями и наслаждаться вот этой вот красотой. Улыбка, я вам скажу, никогда не сходит с лица. Она непроизвольно просто сразу появляется. И ты вот радуешься, кайфуешь. Ну, вы посмотрите, вот он туда залез. Ой, этот принц Оскар прям живчик. Да, мой хороший Амурчик? Ты хочешь дырку прокопать? Ой, я не могу. Так, все, ребят, ну, мне очень не нравится это. Ку-ку, ку-ку. Давайте вот так вот мама сделает, а? Так, бусиночку мы закрыли. Бусиночка, давай, иди сюда. Ребят, давайте мама вот так сделает. Все, мне так спокойнее. Давайте, спускайтесь. Смотри, что мама сделала. Давай, давай, на пол. Иди сюда. О, вот так вот будет лучше. Давайте, спускайтесь. Потому что я чувствую, вот этот диванчик надо маме убирать. Потому что вот эти вот такие мои хулиганьё прям туда залазят. Ну, что мама сказала?
Мама сказала, а мы сделали по-своему, да? Вот такие мои хулиганчики, хулиганчики. Мои зайки. Бэбичек, бэби, мой золотой. Бэбички, вот, стоят ушки, высоко стоят. Кто-то спрашивал, почему не стоят ушки, когда я его снимаю у себя на руках. Ну, дорогие друзья, многие собачки совсем не любят ни фотографироваться, ни сниматься. Вы думаете, что они об этом не понимают? Они все прекрасно понимают. Опять же, если они стоят на высоте, это тоже их не радует, они не хотят этого и не нравится. Поэтому многие зажимаются, опускают уши. Ну, вот так вот, такой вот у них характер, поэтому, ну, ничего тут такого нет, в общем-то, это нормально. Вот бэбичек гуляет совершенно свободно, ушки у него подняты, они подняты у него всегда абсолютно. Ну, только возьмешь его, допустим, на руки фотографировать, он об этом знает очень. Он сразу же опускает ушки, ну, и начинает как-то стесняться, скажем так. Хотя это не в его характере. Здесь вот, вот, активный, шустрый, быстрый. Но когда приносишь косточки, он ее хватает первым и не отдаст ни за что. Вот, вот такое у нас тут веселье, конечно. Остальные там у меня на улице собачки. Ну, сейчас мы их тоже будем всех запускать, потому что там немножко мокровато. Ну, ничего, мы закаляемся, все хорошо, все в порядке. А здесь теплый полик, поэтому лапки высохнут, и все будет замечательно. Да, вот такое веселье, игры. Я очень рада, что с Бусинкой все хорошо. Благодарю, что не обидели, что никуда не дели, не отдавали, в общем-то, не пристраивали. Ну, в общем, отнеслись к собачке с хорошей стороны, в общем. Вот. Ну, а так, наверное, бывает, поэтому никого не будем судить. Вот, поэтому так вот Бусиночка, значит, вернулась, потому что так нужно. Потому что где-то, да-да, вы, мама именно, смотрите на нее и думаете, вот это моя собачка, это моя дочечка. Ай-яй-яй, вот уже разыгрались. Мальчишки, мальчишечки, так, чуть-чуть потише. Да, вот, вот так вот. Вот такие у нас игры. Так что вот так, дорогие друзья, всегда думаю так, что ничего не бывает зря, значит, это кому-то нужно, значит, нужно. Поэтому вот такая наша бусиночка, девочка, пока свободна. И как только наша мама найдется, мы, конечно же, соберем снова приданое и отправимся к маме. Ой, такие веселья у нас. Так, так, мальчишки, мальчишки, красотульки. Амурчик и Дэнни. Дэнни вообще тоже классный, классная мордашка. Ушечка тоже немножко упала, буквально вчера вечером увидела, то поднимает, то опускает. Ну ничего, это норма, когда зубочки меняются, это нормально. Ой, и внизу, и вверху, вот так всем интересно, все гоняют. Я не успеваю за вами, мои хорошие. Ой, вот так. Мама принесла игрушку. Они аж прям разыгрались. Да, бэбик, выходи сюда, выходи, выходи, мой хороший. Выходи, на тебя мама посмотрит. Вот, вот он совершенно не стесняется. А так, а так, а так. Так, чуть-чуть успокоились. Ой, мой хороший. Бусинка, бусинка. Да ты везде красавица. Всегда, в любом виде, да? С хвостиком, без хвостиком. Лохматушечка. Так, эти тут борются. Так, ой, как красота, липота. Так, вот так вот висели. Вот чего ей не хватало, я все переживала очень. Но мы уделили ей максимум внимания здесь, в домике, выгуливали ее отдельно, дочка моя, и средняя, и младшая, больше младшая с ней здесь игралась, и даже мы гуляли с ней на улице на поводочке, только для того, чтобы вот она не почувствовала себя какой-то вот, ну,
такой брошенной. Ну, чтобы ей было, конечно же, не скучно, не обидно, что она вот тут вот одна. Это нужно было сделать обязательно. Карантинчик должен был пройти, чтобы я убедилась, что с ней все в порядке. Конечно, и с ней было все в порядке, но по питанию, по стулу нужно было мне убедиться. Поэтому все отлично, все прошло быстренько. И вот она теперь, мне кажется, счастлива вдвойне, потому что когда я приходила к ней, она вот так вот на диванчике там тихонечко лежала, и мне казалось, что она все же обижена и понимает, и не понимает, что такое, почему ее отделили, почему она не гуляет со всеми. Да, вот так вот бывает. Конечно, они все понимают, они все знают, они очень умные, прекрасные собачки. Так, веселье это, наверное, будет продолжаться бесконечно. Уже почти ни у кого нет хвостиков красивых. Ну, это скажи, мама, только тебе нужны эти хвостики. Вот так вот у нас продолжается общение прекрасное. Ну что, дорогие друзья, я могу это снимать бесконечно. Хоть ставь онлайн камеру, и вы будете наблюдать, как они тут бегают, прыгают. Мы вам всем желаем. Тихо. Желаем вот таких вот эмоций, вот таких классных, прекрасных эмоций. Дочечки, сладкие, деточки. Ой, все. Зайки, ой, ну люблю потискать каждого, да. А если садишься на пол, так это все. Закрывай глаза и наслаждайся. И только успевай руки переставлять на каждую собачку. Ой, все, бэбик, вот так он пошел, да, вот так он что-то строит все. Бэбишка, а что случилось? Ты играешься или ты возмущаешься, что они очень сильно шумят? Вот так. Так, чуть-чуть потише. Ой, мои сладкие детки. Ну что, друзья, я побежала делать дальше дела. Мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. Улыбайтесь, все будет чудесно, все будет прекрасно. У нас есть щеночечки, которые могут сделать вас счастливыми. Если вас интересуют наши детки, пожалуйста, обращайтесь. Звоните, пишите, вайбер, ватсап, телеграм, любые вопросики задавайте. Я с большим удовольствием вам отвечу. Большая просьба писать сразу в личные сообщения. На просторах интернета я не отвечаю по стоимости и доставке. Опять же, если вы представитесь, немножко расскажете о себе, расскажете, откуда вы, где проживаете, кто вас интересует, это будет очень хорошо. Ну, потому что нужно понимать стоимость доставки в ваш город, стоимость собачки, чтобы вы все услышали, обсудили дома обязательно, со всеми членами семьи, сделали вывод, сделали именно ответственное решение, все взвесили за и против, чтобы не было каких-то потом так, недопониманий. Хочется, чтобы наши собачки поехали в семью. Вот малыш пошел на пеленочку. Вот видите, на пеленочке он там сходил в туалет. Хочется, повторюсь, чтобы наши детки поехали в ответственную счастливую семью один раз. Их любили, ценили, лелеяли, обожали, ни в коем случае не обижали. Поэтому, если вы являетесь такими владельцами будущими наших деток, добро пожаловать к нам. А мы с вами на сегодня прощаемся и желаем всем всего самого-самого наилучшего. Пока-пока! Из города Евпатория, Крым, питомник Elite Pets, и я с уважением
заводчица Наталья. Мои зайки.